ты это заснял? А, то есть все это время была запись? А, то есть 8 минут записалась другая, ничего? Ютуб что ли так? Ютуб что ли так? А чё так мало-то? Потому что... А, ну еще потому что я на YouTube пока не могу заливать видюшки большего размера. Ну, больше длительности. А я могу, кстати. Чё говоришь? У меня там максимальная сейчас вроде 30 минут. Всего 30, там по часу по 2 заливают. Не, ну это пока, наверное. Ну я не знаю, я не пробовал. Может, у тебя больше максимально, откуда ты знаешь? Ну у меня там все разрешено стоит, кроме двух, которые там надо что-то сделать. Там определенные. Там номер надо привязать. Но... Номер-то я привязал. Там... А, у меня там монетизации нету и еще что-то. Ну вот у меня тоже нет монетизации, но в скором времени появится. Я все-таки, знаешь, рискну сделать одну такую вещь. Возможно, не совсем логический и ординарный шаг, но я все-таки партнерку ЮДК подключу. Недавно узнал то, что есть партнерка ЮДК, открыта она в 16 году. Создана, скажем так. Че, нормальная? Подожди, я тебе стрелки переведу. Я уже перевел себе, вроде на проект. Кстати, нет, ты вообще сейчас в другую сторону поедешь. А, да, странно. Я же поставил... Нет, я летал в бокс, ставил на въезд, а она не алло. На выезд, на, ой, точнее. А, да, так, на в выезд, пятую, на, да? На выезд, да, в пятую на выезд ставь тогда. И, ну, пока у них больше всего опций, скажем так, меньше. Да и точнее, перевелись? Пока я ни одного отрицательного отзыва не видел, что говоришь? Перевелись? Блять, я уже в кабине, я заебался туда слетать. Да. Ну все. Так. Так, мать пришла, ладно, пока видюшку не буду сохранять. Давай, поехали дальше. А я тогда сейчас за тобой выйду. Чё такое? УПВ-шка. Прикольно, кстати, получается. Что? Ну вот это все соединение. Да. Было бы прикольно, если бы еще там 3-4 составки соединения. Угу. И все бы хотя бы разного цвета, цветами всеми. Не, ну вот были бы у составов маркировки там какие-нибудь или номера свои, вот чтобы типа по реалистичности разбираться. Номера бортовые есть. Но они там не разные, они одинаковые. Я сейчас до стрелки дотянусь. Ты ведь задом, да, едешь? Да. Или чем? Так, а это там твой вагон стоит, да? Ага. Ты не на него поедешь. Ехать нормально так. Вагона 3-4, я без еды, я не точно вижу. Меня видишь? Вижу. Вот когда вот до меня доедешь, там знак стоп. Ну я ты тебе скажу, короче. Ты стал бы тогда ближе к моему пути, чтобы я понял, что это тебя доехал, а не на соседнем. Ну я тебе скажу, когда подъедешь к нему.
Подтормаживай. Давай еще пока едь. Просто сильно так разогнался со стороны, это так кажется так сильно. А может у тебя там километров 5? Подожди, еще не заехал. Знак еще не заехал, что ли? А-а. Ты еще даже до него не доехал. Ну, метр где-то остался. Нет. Все, стоп. Идеально. Идеально? Да. Дай пофакую. Ну да, кстати. Блять, лагай. Потом сейчас мне еще будешь помогать, когда я буду со своим сцепляться. Да, ну сейчас я зайду в бокс и все, я свободен. Я сейчас у тебя здесь проверю, не все, все ли выключено. Так, в этом у тебя все выключено. Я тебе пока здесь громкоговоритель, радиоинформатор, iOS, там освещение пульта. А это ничего страшного, это нормально все. Я так всегда делал. Там недалеко или нет, это вообще как я. Еще далеко. Скажешь, когда там тормозить? Притормаживай. Чуть-чуть еще осталось. Метров 5. Нет. Тормози. Так, что я до конца закончил. Ну все, ты сцепился. Поздравляю. Спасибо. Теперь еще мне осталось. Не, кстати, прикольно получилось. Витя, иди, говори мне, когда я за стрелку заеду. Сейчас.